two balls. Two. Please, close. Было два шарика, стало три. Ловкость рук и никакого мошенничества. У себя дома в Австралии 38-летний Афир Зану этим зарабатывает на жизнь. В Красноярске просто развлекается и поднимает настроение другим. Я не знаю, что есть всему какое-то физическое объяснение. На самом деле, я не знаю, как они это все делают. Энергию берет. Смотрите внимательно. Плакала ваша юбка. Уронить сигарету на одежду без последствий. Об этом мечтают, наверное, все курильщики. Этому и остальным своим фокусом Афир учится уже полжизни. Он специализируется на иллюзии, которую показывает очень близко к зрителю и самыми обычными мелкими предметами. У зажигалок исчезают и появляются надписи, сахар и вода возникают ниоткуда и туда же исчезают, а обычная, на первый взгляд, резиночка после нескольких манипуляций вдруг превращается в звезду. После себя гость из Австралии нередко оставляет следы на потолке. А уж сколько он перегнул ложек в кафе и ресторанах одним движением пальцев и не сосчитать. О, да! О, да! Эффект в этих трюках всегда один – удивление и восторг. Впрочем, фокусник и не скрывает, что женское восхищение здесь играет не самую последнюю роль. Самые красивые женщины в мире тут – это для него стимул, он не может остановиться. You cannot stop doing magic. I mean, I've been doing magic like every day, and it's a pleasure and it's a lot of fun. It's something that I love. Он это любит, наслаждается этим. Впрочем, оказалось, что у фокусника, кроме профессионально отработанных приемов, еще и отличное чувство юмора. Не без уголков, но он согласился раскрыть тайну одного из своих трюков. И вот что из этого получилось. Где? Надежда Бакова, Николай Чистяков, новости ТВК.